всех хотела обязать тебя. Больше тысячи барнаульцев пришли на концерт группы «Гаязов Бразерс» в развлекательный комплекс «Планета Ку». Это первый, как отмечают организаторы, масштабный послепандемийный концерт. Два года площадка просто пустовала, а теперь снова принимает гостей. Мы на этой площадке первый раз на концерт пришли, но мне кажется, это классная идея. Здесь я хорошо слежу. Для концертов, мне кажется, это удачное место. Для летних концертов она очень отлично подходит. Все очень здорово организовано. Классно. Планета Ку не только комплекс с бассейнами, но и место для проведения крупных мероприятий на открытом воздухе. Эта территория может вместить до 4000 человек. Инфраструктура продумана таким образом, чтобы здесь могли проводиться концерты, опен-эйр-фестивали и вечеринки. Наш комплекс уникален тем, что здесь можно проводить мероприятия колоссального масштаба, просто городского масштаба, потому что у нас большая территория, есть для этого много локаций, и можно сделать сразу одновременно мероприятие, в котором будет участвовать порядка 3-4 тысяч человек. Кстати, в этом сезоне в комплексе выступят минимум 6 артистов для разной возрастной категории. От звезд 90-х до представителей современной культуры. Билеты можно купить во всех кассах города. Анна Алымова, Евгения Величкина, Илья Алексеев. Новости.